Порядка 60 тысяч подмосковных семей с низкими доходами получают ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Размер пособия увеличен, а оформить его стало проще. Какие еще меры соцподдержки действуют в регионе, кто может на них рассчитывать и куда обращаться? Теперь ответы на эти вопросы есть в одной книге. Издание подготовило областное отделение «Единой России». Много всяких вот больших и малых льгот, каких-то вот, то есть, мер поддержки, их очень много, и порой в них трудно разобраться. Доступным языком и с удобной навигацией такие справочники появятся в культурных учреждениях, клубах «Активное долголетие» и не только. В Звенигороде они уже в доступе. Коробки с изданием в местную библиотеку, Совет ветеранов и Клуб долголетов привезли региональные парламентарии. Это все меры социальной поддержки, которые работают на территории Московской области. Вы знаете, это очень доступный материал, он изложен по всем направлениям, очень понятным, внятным языком. Региональные парламентарии на встречах с жителями подчеркивают, мер соцподдержки меньше не станет. Это поручение президента. Евгения Августина, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».